Коллеги, у меня очередной кейс по работе со страховыми компаниями. Ко мне обратилась клиника с просьбой проконсультировать, действительно, есть ли необходимость и как выйти на рынок страховой медицины в системе ДМС. Я сначала, в первую очередь, затребовал с нее основные документы, это лицензию и прескурант. И в дальнейшем планирую работать с ними в подготовке коммерческого предложения. Это достаточно большой и трудоемкий процесс, который требует определенного подхода. Здесь важно не просто сделать коммерческое предложение, а сделать предложение, от которого нельзя отказаться любому из страховых компаний, любому из страховщиков. Более подробно, как готовить коммерческие предложения для страховых компаний от клиники, я расскажу вам в своем онлайн-курсе.